Наконец-таки распогодилось наше уральское лето. Но для массового купания время наступит еще не скоро. А мы уже успели это сделать, и посмотрите, что из этого вышло. Теперь вы наверняка поняли, для чего мне необходимы совершенные аэродинамические формы черепа. Гоняться на карте в дождь – испытание не для слабых, и физически в том числе. Фонтаны брызг, залитые глаза и, главное, очень неустойчивый контакт с дорогой, где любая оплошность грозит неминуемым разворотом. Но своими впечатлениями с вами поделится Максим. Я же, выжав трусы и выкинув носки, узнаю, какие результаты показывают картоманы по истечении месяца с момента открытия единственного в Магнитогорске картодрома. Ну вот я и готов к настоящему экстриму. А это действительно экстрим. Кататься на карте по сырой трассе. Это круто. И это не для каждого. Но я попробую. Газ в пол, и вот он первый поворотик. Куда это нас понесло? Так. Включаем навыки вождения на гололёде. Ну и понеслась. Понеслась, конечно же, до первого поворота. Карт – это вам даже не Волга. Тормоз, и трасса крутит вас в вальсе. Нет, ну есть, конечно, хитрости. Разгон, торможение, руль до отказа влево, корму закидывает и газу. Красавец, прошел поворот веером. А через видоискатель шлема уже с трудом угадываются контуры трассы. Как вам? Вслепую, по дождю, на сликах. Абсолютно лысо. Что, заезд кончается? Так я ж только вник. Да, носки я тоже выброшу, да и помыться бы надо. Но скорее бы еще дождик.